Ну что, всем привет. Пройдемся по тепличке. Сегодня решила промульчировать все. Надоело мне бегать по два раза поливать. Вот, решила все-таки замульчирую, и мне будет попроще. Я сегодня не работник, у меня очень болят почки с самого утра. Вот, еле хожу. Дочка вот помогала мне. Вот видите, какая миленькая травка. А когда мы промульчируем, ее тоже не будет. Вот. Сейчас, наверное, пройдусь по тепличке, покажу вам. Может быть, что-нибудь расскажу. Может быть, не расскажу. В общем, вот такие помидорки стоят у меня. Натусь, это твои помидорки. Подвязала еще не все. Нужно зайти как-нибудь. Ну ладно, сегодня займемся мульчированием. А уж потом, завтра, наверное, подвяжу. Может, сегодня после обеда. Так, мысли вслух рассуждаю. Тут у нас была редисочка, редиски уже давно нет. Вот, нужно тоже огурчик посадить. Вот у меня тут ящички стоят. Это я огурчики проращиваю. Ну, мне так удобнее. Это хочу высадить в открытый грунт. И вот один сюда посажу, вот на место редиски. Хочу посмотреть, что такое огурцы Маша. Очень хвалит их. Не знаю, не пробовала. Обычно сажаю Герман. Ох, какие детки у меня опять. Так, тоже нужно. Это я сейчас буду обкладывать травкой и уберу, какие лишние у меня будут. В общем, вот такие вот веселые, довольные помидорки стоят. Некоторые не очень довольны. Ну вот не хватает влаги. Вот вчера вечером поливала, а сегодня уже как бы вот утро 9 часов. И оно, в принципе, даже и не видно, что я поливала что-то. Так, это мои любимые баклажанчики. Приходится два раза поливать. И как бы это не есть хорошо. Вот огурцы поливали в 6 утра. Вот смотрите, могу показать. Сейчас 9. И как бы уже не очень-таки мокрая земля. Влажная, конечно, но... Ух, помощница моя прополкой занималась сегодня. Я ее просила, я говорю, реально не могу нагнуться, очень болят почки. И у меня вот здесь был баклажанчик, куда-то он делся. Ой-ой-ой. Ну что, значит, нужно делать все самой. Чужими руками все не так. Так, у нас уже огурчики начались. Мы уже кушаем свои. Вот такой. Там вот дальше тоже большой. Так что у нас уже свои огурчики. Майские огурцы. Так, это у нас зазуля. Хотела посадить другие, но боялась я. Первый год у нас тепличка. Не хотела я, не дай бог, потерять или что-то. Взяла хорошие семена, но вот остановилась на зазуле. Говорю, если замерзнут, не так жалко будет. Долго они сидели в стаканах дома. Сильные ночные морозы были. А потом мы решили, вот с панбондом укрывали. Ну, я показывала до этого, да? Кто смотрел мои видео по поводу теплички. Те видели, вот еще кусочек остался. Надо тоже, пора уже убирать все. В принципе, накрывать-то точно ничего не будем. Так, ну сейчас пойду за травкой. Или Димке скажу, пусть Димка траву мне привезет на тележке. И, наверное, Дашу попрошу, чтобы она помогла мне промульчировать. А я уже буду сегодня снимать. Вот. Так что, если кто-то знает какие-нибудь, не знаю, там, я не знаю, рецепты какие-то по поводу, блин, почки очень болят, пилонефрит у меня хронический. Бывают такие приступы, что прям... Так что, кто, если у нас есть лекари, докторы, девчонки, мальчишки, подсказывайте. Попробуем попить каких-нибудь травок. Ну, не знаю, просто... Блин, у меня подружка говорила, какая-то травка есть хорошая. Раз в году цветет, вот ее собирать, и прям, если курс пропить, то, ну, без горя потом не болят почки, и все как бы тип-топ. А название она не помнит. И вот так мы с ней думали, смотрели в интернете, так и не нашли. Иногда я так не помню. Отец у нее пил, но сейчас не у кого спросить. Так, вот 28 градусов у нас тут и 42 влажности. Так, ну что, пойду я за травой и продолжим. А то я могу вечно разговаривать.
Так, все, не переключаемся. Свою помощницу ударю. Сейчас Дашенька нам сделает красоту. Даша у меня, правда, на камеру стесняется. Она сразу начинает суетиться, нервничать. Но я думаю, ничего страшного. Так, я мешаюсь, да, Даша? Ой, кот пришел помогать. Вот видите, как все маме помогают. Так, ну, в принципе, я думаю, смысл понятен, да? Сейчас мы все это пройдем, проделаем. Не буду занимать вашего времени. Не люблю я, сами знаете, да? Я люблю покороче ролики. И так бывает, как заведусь, много рассказываю. Так, сейчас, значит, все это сделаем, и я вам покажу, как это будет у нас выглядеть. Ну что, в принципе, много времени все это не заняло. Вот такая красота. По всей тепличке все промульчировано. Все в идеале. Зато теперь удобно. Правда, мусора вот под ногами много. Но я думаю, подсохнет, тогда уж уберу. Сегодня у меня нет настроя. Так, хотела я здесь посадить огурец. Нет, все-таки посадила 2 помидорки. 3. Вот. У меня оставалось 3 полным-полно. Название помидор, значит. Эти на улице уже высажены. Вот, еще там немножко у меня стоит. 2 ящика, в общем, тоже нужно на улицу высадить. Высадила на улицу рановато, наверное. Ну, как не рано, но были морозы. Подмерзли у меня некоторые. Потом пройдусь и покажу. У нас сейчас дождь идет. Не знаю, видно по теплице-то, нет? Так, с этой стороны теплицы у меня чеснок, а с той стороны еще пока даже ничего не посажено. Не знаю, перчики, которые на доращивание у меня остались, наверное, я их и посажу. Так что вот так у меня теперь в тепличке все промульчировано. Так, ну эта травка, в принципе, высохнет, она еще сядет больше. И опять буду... у меня тут тропинки не кошены, специально не кошу, чтобы травка подросла. Тоже Димка мне пройдется, чтобы измельчить ее. И опять будем... делать укладку опять ровным слоем, и она будет осаживаться. Ну, в принципе, так раза 3-4 сделаю. Ух, дождячок. А вот там перчик, который у меня подмерз. Ну, вот я как говорила, там у меня пока ничего не растет. Не знаю, дожди замучили. Так что, вот такие пироги. Так, ну что, наверное, буду заканчивать свое видео. Все я вам показала. Все рассказала, так что вот чем занимаюсь. Ну все, всем пока-пока. Если понравилось, ставьте лайки, нет, ставьте дизы. На дизы тоже не огорчаюсь, так что все, всем пока-пока. Хотела закончить свое видео, но думаю, вставлю немножечко в конце, расскажу, покажу. Картошечка у нас уже вот такая. Димка прошел на мотоблоке, окучивал, нужно поправить грядочки. И вот в середине прям очень сорно, не знаю, почему-то именно там. Вот прям 2 грядки, ну 3, можно сказать, все в траве, прям в конкретной траве. И ни полоть, ни тяпать, дожди льют, сыровато еще. А, я даже вот здесь еще ничего не посадила, там вот в другую сторону, значит, там у меня бобы посажены. Не знаю, пока что-то не всходит, может, прохладно им, хотя вроде жара, и ночью так неплохо. Иду к гороху нут. Хочу показать, как у меня нут взошел. Надеюсь, сильно не провалюсь. Иду-то после дождика. Зато классно, тепло. Ногам сыро, но ничего страшного. Так, а здесь у меня, значит, крайняя грядка, вот которая с веревочкой. Тут у меня кабачки вот начинают сходить. Как получше зайдут, обязательно пройдусь, протяпаю. Так, ну а вот горох, нут мой. Так, это вот дагестанский. Что-то плоховато зашел, не знаю, вот сейчас дожди пошли, может, еще зайдет получше. А вот там дальше тот националевский. Тот, в принципе, хорошо зашел. Вот там корова, коза, соседский огородик. Так, здесь моя смородинка. Ой-ой-ой, дождик опять начинается. Попробую телефончик прикрою. Так что вот такая вот картошечка у нас. Му, стой, кушай, му. Скоро, наверное, уже и жуки полезут.
как опрыскивать в такую погоду. Вот тоже. Под дождем же нельзя, все смывается. Так, надо вылазить. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Так, вот тут у меня клубника. Тут вот, которая культурена. А эту часть мне нужно скосить. Так вот, крайне оставлю. А там вот то, что трава нужна, чтобы Димка не скосил, как раз на мульчу пойдет. Вот, скосить, вспахать, чтобы земля там отдыхала. Это вот щавель. Ой, под ногами все. Лишь бы не упасть. Так что щавелечек вот такой. Там вот дуги, это у меня парничок. Но все равно помидорки подморозились. Там кинзы очень много у меня вылезло. Вот даже не хочу тяпать и полоть. И стараюсь обойти их сторонкой. Душа у меня не на месте. Чтобы травы не было, хотелось бы, конечно. Но думаю, пусть кинза вырастет, укропчик. Тогда урожай первый соберу. И потом уже о культуре помидорки. Так что вот такая клубничка у меня. Крайняя грядка, это у меня ремонтантная. И не знаю, там вот дальше травка, там у меня ничего еще не посажено. Возможно, чем-то займусь, что-то посажу. Так, а вот забор, значит, там у нас тоже есть интернет. Мы уже делали оттуда эфирчик. Хочу, чтобы мне Димка там сделал навес. Ну вот не знаю, сейчас погода восстановится, надеюсь. Вот, будет там навес, будем оттуда с вами эфир вести. Так что вот все я вам показала. Так, дождик прям, телефон мне мочит. На этом заканчиваю. Все, пока-пока.